Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Я верю. Как понимает христианство эти слова? Что значит слово «вера»? Что имеем мы в виду, когда говорим «я верю»? В обычном языке мы используем слово «вера» в двух значениях. Первое из них относится к сведениям, которые мы полагаем достоверными, надежными, соответствующими действительности. Например, мы верим в то, что алкоголь вреден для печени и в целом для здоровья. Трагедию «Гамлет» написал Шекспир, а древний Рим существовал на самом деле. Это как примеры. Возможно, кто-то из нас скажет, что это то, что мы знаем. Тоже верно. Однако некоторые люди откажутся считать это знанием. Некоторые, например, люди, страдающие известным пристрастием, отрицают вред алкоголя. Иные всерьез полагают, что все труды Шекспира написаны другими людьми. А почитатели фейковых, так называемых историков, например, уверены, что все сообщения о Древнем Риме – результат грандиозной фальсификации. Что же получается? Люди нередко отказываются признавать то, что их не устраивает. И причины тут могут быть самые разные. В согласии принимать какое-то знание как достоверное всегда есть момент нашего выбора, решения. Но мы можем согласиться или отказаться. И вот первое, что приходит на ум, это детский стишок Сергея Михалкова про упрямого Фому. Хорошо иллюстрирует этот стишок, эту возможность. Купаться нельзя, аллигаторов тьма. Неправда, друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке. А дальше? Дальше неверие кончается для Фомы плохо. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Часто неверие выглядит настолько глупым, что мы просто не рассматриваем такую возможность всерьез. Тем не менее, в любом принятии чужих слов есть элемент веры. У веры есть и другой оттенок – доверие. Отношение не столько к информации, сколько к личности. Мы доверяем близким, друзьям или родным. Мы верим, что они нам желают добра и не причинят вреда. Мы можем безбоязненно доверить им свое имущество, здоровье и даже жизнь. Итальянский философ Луиджи Джусани приводит вполне понятный пример. «Если бы сегодня вечером к моему возвращению домой мать приготовила мне вареный рис, а я, проголодавшись, вместо того, чтобы наброситься на еду, внезапно остановился и стал бы смотреть на блюдо, то она озабоченно спросила бы: «Ну, что с тобой, тебе плохо?» А если бы я ответил «нет», но я хотел бы исследовать это блюдо, чтобы быть уверенным, что там нет цианистого калия, моя мать сказала бы: «Ну и шутник же ты». Однако, если бы она увидела, что я не шучу, то позвала бы не химика, а психиатра. Уверенность в том, что
Моя мать не имеет намерения отравить меня, существует независимо от возможности провести химический анализ приготовленного блюда. Но а вера в Бога, что она затрагивает в человеке? Вера в Бога затрагивает оба этих значения. Мы доверяем Богу как личности, и мы верим истинам, которые Он открыл в Своей Церкви. Но любое доверие возникает в ответ на чьи-то слова или действия. Мы не можем решать, верим мы в слова другого или нет, пока с нами не заговорили. Молодой человек из примера Джосани не может с доверием принять пищу, пока ему ее не предложат. Так вот, вера в Бога – это ответ на откровение, ответ Богу, который заговорил, открылся людям. Богословы говорят об общем и особом откровении. Общее откровение можно коротко описать словами великого немецкого мыслителя Эммануила Канта. «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Когда мы поднимаем глаза к звездному небу, особенно когда мы выбираемся из города с его загрязненным воздухом и ночными огнями, мы видим то, о чем сказал великий поэт и великий ученый. «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет». И вместе с ним можем воскликнуть. «Не сведом твари вам конец, скажите ж, коль велик Творец». Мы можем опустить глаза вниз, в микромир, к атому углерода и изумиться его удивительному устройству, благодаря которому на Земле возможна жизнь. Все творение свидетельствует о художнике и устроителе всего – Боге. Конечно, мы можем отвергнуть это свидетельство, закрыть глаза и заткнуть уши, но это никак не отменит того, что говорит псалмопевец Давид. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь». Бог говорит в человеческом сердце голосом совести, говорит по словам апостола Павла, его послание к римлянам: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то исполняющее, то оправдывающее одно другое». Все благое и прекрасное, все доброе и справедливое в мире имеет своим источником благость Бога, который заботится о своем творении и особенно о людях. Грех глубоко подорвал, хотя и не уничтожил до конца, способность людей воспринимать естественное откровение. И мы нуждаемся в том, что называется особым или специальным откровением. Сначала Бог открыл себя через пророков Ветхого Завета, миссия которых состояла в подготовке пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Во Христе Бог открылся человечеству полным и исчерпывающим образом.
Более того, в Господе Иисусе Христе мы встречаем не просто выдающегося посланника от лица Божия, но самого Бога. Откуда мы это знаем? Он сам так сказал. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.